Все, со мной. Я готов. Будете со мной разговаривать, хорошо? Поехали. Все готовы, да? Работаем. Представьте, пожалуйста, имя, фамилия, должность. Значит, наш инспектор боевой служебной подготовки специальной роты милиции города Николаева. Фамилия нет? Анцупов Дмитрий Кирилович. Анцупов? Да. Дмитрий Ильич. Дмитрий Ильич, скажите, пожалуйста, вы сегодня проходите тактические учения. Насколько они вам нужны, насколько они необходимы в данное конкретное время? Ну, в данное конкретное время они нужны не только в это время, но они всегда нужны проводить занятия, обучать личный состав, тактики действий, правильное выполнение. Правильное там применение оружия, правильный подход там к транспорту, правильную работу на блокпостах для того, чтобы вовремя и правильно реагировать на те ситуации, которые могут сложиться на блокпосте. Вот. И стараемся это делать часто, еженедельно, обучая свой личный состав, как правильно делать, действовать в тех или иных ситуациях, а также в экстремальных ситуациях, работая на блокпостах. Вам уже конкретно вашего подразделения будет, ребята, расскажите, в чем заключается? Только вот девушка отвечает. Нет, нет. На блокпостах? Ну да, мы здесь говорим. В данных учениях в чем заключались функции вашего подразделения? Значит, обеспечение охраны общественного порядка на блокпостах. Вот, не допуска там каких-нибудь вооруженных конфликтов, каких-то там прорывов. Вот. Как из города, как в город. Ну что еще? Ну и безопасность как бы всего личного состава, который находится при несении службы на блокпостах. Понятно. А вот вы сейчас несете службу на блокпостах, ваши сотрудники. Как вообще вам несется служба на этих блокпостах? В данный конкретный. Вот сейчас, да. Ну как? Ну, в принципе, несется служба, как и всех милиционеров. В общем, пока все нормально, без всяких там происшествий. А вот с народным ополчением, которое тоже там стоит, как вообще есть какое-то сотрудничество? Только мне отвечайте. Может быть, конфликты? Да. Нет, конфликтов нету абсолютно. Все как бы, все выполняют свои обязанности, все свои функциональные обязанности, взаимодействия, все как положено. Вам вообще приходилось действовать в экстремальных условиях? Как, насколько вот эти вот, которые сегодня учили, насколько вам эти навычки нужны? Приходилось? Ну, как бы, на блокпостах не приходилось, но всему надо быть подготовленными и готовыми там действовать в таких ситуациях, в разных любых ситуациях. Как вообще настроено патриотичные, непатриотичные милиции сейчас ваши спецроты? Конечно, патриотичные. Мы же в Украине живем, мы украинцы. Вот как же. Конечно, всегда патриотичные. За свою родину, за свою как бы, страну.